слово одному из самых главных виновников нашего торжества, ректору Нижегородского технического университета, профессору Сергею Михайловичу Дмитриеву. Его трудами и стараниями, еще даже со времен, когда он не был ректором, нам удалось все это организовать здесь. Прошу. Добрый день, уважаемые коллеги. То, что Вячеслав Федорович сказал, конечно, во многом преувеличено, безусловно. Но сегодня мы открываем нашу конференцию, наш семинар. Я рад вас приветствовать от лица руководства технического университета. Значит, как в том мультфильме говорит, мы шли, наконец-то пришли, поэтому у нас сегодня такое замечательное событие. Мы открываем лабораторию биогенной наноэлектроники. И я бы хотел приветствовать здесь наших гостей, в том числе и зарубежных гостей, которые есть. Хотел бы пожелать успешной работы. Ну и хотел бы сказать, что вот тот курс, который взят нашим университетом на интеграцию с крупными госкорпорациями, на интеграцию с институтами Академии наук, он, безусловно, как бы будет продолжен. И вот та лаборатория, которую мы сегодня будем открывать под руководством Леонида Сергеевича Ведина, она как раз направлена на исследование тех интересных процессов, которые происходят в области практически абсолютного нуля. И я могу сказать, что мы сегодня будем запускать, но установка уже работает, и достигнута температура 5 милликельвинов, достаточно трудно, так сказать, вообще представить такую температуру. И вот в этой работе, безусловно, хотелось бы, чтобы участвовали вот те предприятия, те институты. Хотелось бы, чтобы вот те результаты, которые будут получены, использовались бы вообще в нашей стране, ну и за рубежом. Хотелось бы, чтобы достаточно много было участников вот этих работ. Значит, ну, большое спасибо за ваше присутствие. Я позволю открыть наш семинар и желаю всем плодотворной работы. Спасибо.